Сказочный мир, поддержка Деда Мороза и друзей волшебника призваны помочь ребятам свободно общаться с другими детьми и взрослыми, познавать широту мира, ощущать заботу и поддержку окружающих. Дети имеют возможность погрузиться вот в эту сказочную атмосферу. Они имеют прекрасную атмосферу дружбы. Вот это именно сказочную атмосферу интеграции, когда они могут общаться вместе со здоровыми детьми, имеют возможность вот насладиться всем этим. Ну, а мамы, ну вот семьи, которые приезжают вместе сюда, они имеют возможность получить консультации специалистов нужных. И, конечно, вот этот период, который они проводят здесь, это говорит о том, что практически получается та необходимая реабилитация этих детей. Ну и взаимодействие, конечно, это дружба с различными семьями разных городов. Для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в конференц-зале состоялся круглый стол «Равные возможности. Достойная жизнь для всех». Участие приняли сами семьи, представители делегаций из Москвы, Вологды, Котласа и Якутска, а также спонсоры, благодаря которым и состоялась поездка семей в Великий Устюг. Я считаю, что это очень важно, наверное, для каждого человека. Хочет быть счастливым, будь добрым. И поэтому, когда видишь частицу своего вклада в радость семьи, я думаю, что это дорогого стоит. В этом году мы всегда оказываем благотворительную помощь проведению Академии. А в этом году мы оплатили путевки двум семьям. Организаторы убеждены, что все мероприятия, включенные в программу сессии, будут способствовать снижению психологической напряженности в семьях, включенности детей-инвалидов и их семей в жизни общества, поддержат инициативу и усилия близких в реабилитации ребенка с ограниченными возможностями. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.